Поели шаурму и отравились. Двое студентов попали в больницу после обеденного перекуса в кафе «Чикен Дёрнер» на улице Академика Керенского возле остановки «Студгородок». Молодых людей подозревают острую кишечную инфекцию. Связано ли пищевое расстройство с поеданием фастфуда в этой точке? Еще предстоит выяснить, а пока идет расследование, кафе быстрого питания пришлось временно закрыть. Это уже на начальном этапе. Сотрудники Роспотребнадзора выявили несколько серьезных нарушений, которые необходимо устранить в ближайшее время. Но когда «Чикен Дёрнер» на Керенского снова откроется, пока неизвестно. Для проверки качества питания отобраны пробы пищевых продуктов и готовых блюд, взяты на анализ смывы с оборудования и посуды. В ходе обследования кафе выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства –